Всем привет, друзья, меня зовут Фанрикс, и добро пожаловать в мой новый ролик. Ребята, у нас сегодня суббота, до обнова осталось 8 часов 44 минуты на момент записи этого ролика. И, как всегда, по старой доброй традиции, я вам сегодня расскажу, что у нас будет в обновлении. Самые-самые свежие сливы, а будет очень много интересного. Ребятки, кучу всего добавили, я сам офигел. Я не ожидал, что будет так много всего. Поэтому давайте быстренько смотреть. Ну и, конечно же, как всегда, перед началом этого ролика, я вас попрошу подписаться на канал и поставить лайкосик этому видосику. Погнали! Друзья, если вы хотите безопасно купить робоксы или любую другую игровую валюту в игре, тогда рекомендую вам сайт FunPay. FunPay — это биржа игровых ценностей, где буквально в два клика вы можете купить все, что вам нужно в любимой игре. Все очень просто. Находите в списке свою игру, выбираете продавца, указывайте количество, которое вы хотите купить, получаете предмет от продавца и подтверждаете сделку. Проходите по моей ссылке на FunPay, покупайте робоксы и другие игровые ценности легко, быстро и безопасно. Ссылка закреплена в комментарии. Ребятки, я вам уже не раз говорил, что у нас будет очень много титаников, и это происходит с каждым обновлением. Ребята, с каждым обновлением добавляют титаник питомчиков. Причем в этом обновлении их, скорее всего, будет два. Первый титаник питомчик у нас титаник Лаки. Кстати, друзья, я голден титаника вообще не видел. Они вообще существуют. Видел шайни, видел радужных, но голденов почему-то мне не попадались. И, ребят, если у нас получается есть титаник Лаки, тогда нам, возможно, добавят еще Лаки блоки. Ребят, было бы прикольно, если бы добавили Лаки блоки. Но если, ребят, добавят Лаки блоки, тогда, конечно же, уберут Valentine's Event. Но, с другой стороны, вы сможете набить еще кучу бустов. Потому что, ребят, как вы помните, с лаки блоков падают нормально бустики. И можно бустиков нормально себе насобирать. Хотя, друзья, у меня сейчас бустов 10 тысяч, почти 11 тысяч трипл коинс, а у меня было всего 5 тысяч. Это все, ребята, я насобирал в садике. То есть в садике тоже нормально бусты собирают. Следующий, друзья, у нас титаник капибара, ребят. И, походу, что-то из них будет выбиваться, наверное, бесплатно, точнее, за игровую валюту, а что-то будет выбиваться за робуксы. То есть, мне кажется, либо вот этот вот будет в геймпассе за робуксы, либо капибара будет в геймпассе за робуксы. Сейчас у нас, ребята, эксклюзив мем эгг, и, друзья, он уже вторую неделю, поэтому мне кажется, что в эту неделю его точно уберут и добавят уже что-то новое. Как вы думаете, ребята, за робуксы какой будет? Лаки? Или за робуксы будет капибара? Дальше, друзья, даймонд питомчики появились, даймонд кет. И, друзья, непонятно, они будут у нас тоже в геймпассе, или они у нас будут просто, как обычные питомчики. Если просто, тогда какая-то даймонд локация должна быть, то есть даймонд яйцо по-любосику должно быть. Ну, то есть, ребята, питомчики еще не все. Еще питомчиков должно быть нормально, так много. Плюс, друзья, самое интересное, что добавили, ребятки, добавили аукцион. Это офигенская штука. Вы видите, здесь идут секунды. То есть тут человек что-то будет выкладывать питомчика, и вы будете добавлять больше. Кто больше добавит, тот и возьмет. Это очень прикольно, ребят. Во-первых, не нужно будет бегать по трейдинг плазе, искать питомчиков. Так кто-то может на аукцион выложить, и все, и вы сможете себе его купить. То есть покупка будет намного проще происходить. Того питомчика, которого вам надо, будет вообще намного проще взять. Вы помните, ребята, как я сейчас иногда мучаюсь, потому что приходится покупать питомчиков, бегать и по трейдинг плазе, и в дискорде, тратить очень много времени. Иногда бывает, что я записываю ролики, ребят, но не до конца и не выкладываю их, потому что, ребят, в конечном итоге я ничего не покупаю, потому что я ничего не нахожу. А тут, мне кажется, будет очень удобно, потому что аукцион по-любасу можно будет найти. Даже если человека нет сети, он поставил, и все, и я его купил. Это очень круто, ребят. Надеюсь, большая комиссия не будет, когда вы будете сюда что-то ложить. Потому что обычно, ребят, с аукциона берут комиссию. Ребят, у нас еще поменяется трейдинг плаза. Посмотрите, видите? Они тут полностью все поменяли. Оно совсем будет по-другому выглядеть. То есть, получается, они вот это вот все совместили. Сделали прилавки вот здесь, видите, с правой стороны. Тут все поставили. То есть, она какая-то либо меньше будет, либо что. Выглядит, конечно, так себе, компактненько. Плюс по центру поставили они вот здесь фонтан, что раньше такого не было на трейдинг плазе. Так, ну и, конечно же, добавили прилавки, ребят. Я не знаю, зачем эти прилавки нужны, друзья, потому что, ну, ребят, прилавками мало кто пользуется на самом деле. Вот такой вот юникорн, вот такой вот алмазный прилавок, ребят, прилавок панда, еще вот такой вот один прилавок, попугай. Короче, ребята, прилавков дофига. Но, ребят, самое интересное — это алмазный ховерборд. Вы прикиньте, алмазный ховерборд, офигеть. Вот это круто, ребят. Интересно, за что его будут давать? Какие ваши предположения, за что будут давать алмазный ховерборд? Плюс, друзья, как я говорил в начале ролика, у нас будет алмазное яйцо. Правда, еще непонятно, как оно будет, где оно будет и как оно будет выпадать. Но мне кажется, ребята, что все-таки это все у нас будет за геймпассы. То есть за робоксы нужно будет покупать. Но, ребят, я надеюсь, конечно же, что у нас это обновление будет не чисто донатное, потому что хочется уже новую локацию, либо новых питомчиков нормальных. Поэтому надеемся, что их добавят. А вам спасибо, что досмотрели мой ролик до конца. Не забудьте подписаться и влепить свой лайк
Кусик. Меня зовут Фадрикс, желаем хорошего настроения и до встречи в следующем ролике. Пока-пока!